Продолжается весенний призыв для подведения промежуточных итогов в зале заседания администрации района. 12 мая прошло совещание с участием первого заместителя главы района Руслана Ямыкова, председателя СНД Александра Брянцева и военкома Кашхабльского и Гегинского районов Сергея Праздникова. В работе совещания также приняли участие начальник участковых уполномоченных Александр Воронов, главы сельских поселений, начальники отделов администрации. Открыл совещание замглавы района Руслан Ямыков. Совещание по результатам совместной работы по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. Поскольку работа эта важная, неотложная и постоянная, требующая постоянного нашего внимания, входящая в круг наших обязанностей и полномочий, совещание будет проводиться постоянно. С отчетным докладом выступил Сергей Праздников. Значит, на основании указа президента России от 31 марта номер 139 и в соответствии с федеральным законом 53 ФЗ о воинской обязанности военной службы с 1 апреля начался призыв граждан 89-98 годов рождения на военную службу. В соответствии с распоряжением главы республики от 10 марта номер 28 РГ решение о призыве или освобождении от призыва принимается призывной комиссией Кашхабльского района. Задание, установленное военным комиссаром республики, составляет 42 человека. Призывной пункт Кашхабльского района в основном оснащен необходимым оборудованием и имуществом и позволяет осуществлять медицинское освидетельствование призывников и работу призывной комиссии. На сегодняшний день, по данным сельских поселений, оповещено 273 гражданина, 93%. По состоянию на 11 мая вызывалось 150 человек, более 50%, явилось 124, не явилось на призывную комиссию 25 человек, 17%. Также в своем выступлении военком отметил ряд недостатков, на которых нужно обратить внимание. Это такие, как розыск уклонистов, своевременное ведение воинского учета, постановка на учет лиц, обязанных, но не состоящих на учете, и другие. Совещание прошло в форме продуктивного диалога между главами поселений, представителями администрации и военкомом.